Еще 30 игровых автоматов обнаружили сотрудники Фрунзенской прокуратуры в ходе рейдов. Такой богатый улов ожидал людей в погонах зданий бывшего магазина «Светлана» на улице Лежневская, 130. Автоматы в помещении опечатали, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Собственник игрового оборудования пока не установлен. После решения суда автоматы будут утилизированы. В помещении игровых клубов осуществлено скрытое видеонаблюдение и доступ туда осуществлен только ограниченному кругу лиц из постоянных клиентов. Естественно, что попасть в такие игровые заведения представляет определенную сложность. Поэтому для проведения проверки были привлечены сотрудники ОМОН УВД области, а также сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 4 УВД города Иваново. В ходе проверки была осуществлена возможность доступа туда при помощи сотрудников полиции. В ходе проверки на территории игрового клуба находилось два оператора, которые организовывали, проводили азартные игры, и около 8 игроков.